Ребята, всем привет! 7 апреля 2018 года, город Донецк. Мобильный оператор «Феникс» продолжает в закрытом режиме тестировать связь четвертого поколения. Напоминаю, с 3 числа были отобраны 500 участников. Предварительно они подавали заявку на участие в этом тесте. И сейчас активно тестируют связь четвертого поколения. Что касается по покрытию. Все 9 районов покрыты полностью связью 4G. Есть проблемные места, не без этого. И в центре Донецка, и на окраине, то есть от Петровки до Пролетарки, северная часть города до Ленинского района абсолютно покрыта 4G. Давайте протестируем еще раз связь. Как видите, на первой сим-карточке «Феникс» выбран режим 3G, 2G LTE. И сейчас перейдем на наш любимый слайд спид-теста, запустим тест. Как видите, предыдущие мои замеры были 95,7 и 22,3. Давайте еще раз сделаем эти же замеры. Посмотрим, насколько хорошо сейчас работает интернет. Ну, как видите, 94 мегабита на прием, даже 95. То есть, более-менее, я считаю, что вообще отлично. Еще бы полностью абсолютно покрыть весь Донецк, включая окраины, проблемные места, и потом заняться покрытием уже остальной части Донецкой области. Ну, как видите, 96,1 на прием и 26,7 на передачу. Так что спасибо всем за внимание, всем удачи!